Приветствую вас на моем канале. Итак, снижение кроны яблони. В первый год мы снизили на 2 метра. Убрали вот ветки и вот здесь. Сейчас мы будем еще более снижать. Вот здесь, Дима, показываю, уберем вот этот верх, вырежем. Остальные ветки переводим на горизонтальное и вниз, в нижнее направление, чтобы вызвать более сильное заложение плодовых почек и плодовых образований. Результат обрезки, укоротив ветви, оставив две ветви длинные. Это будет на плод, основной урожай будет на длинных ветвях. Пол дерева укорочено для того, чтобы сформировать на плодоношение в будущем. То есть дерево будет низкое. Основной урожай понесут верхние ветви. Когда через год-два разрастутся нижние ветви, мы уберем длинные, на заднем плане длинные ветви. И это будет дерево укорочено до 3 метров с 7 метров. Укорачивание происходит, повторюсь, в 3 этапа. За 3 года первый раз укорачиваем 2 метра. В этом году укоротили еще 2 метра. И в следующем году или через год уберутся основные ветви и останется только основное дерево с укороченной кроной высотой в 3 метра. А еще раз повторюсь, нужно поэтапно. Ни в коем случае не обрезайте сразу пол дерева, потому что оно может заболеть. Если дерево пускает волчки, значит дерево прекрасно себя чувствует. Если же волчков пускает мало или они очень маленькие, всего 10 сантиметров, знаете, дерево болеет. В данном случае это дерево перед вами очень хорошо зарастает, поэтому мы и делаем короткую обрезку, то есть обрезку на омоложение. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.